Да, у нас тут саботаж идет. Какой? Ну, чтобы выводить нас. Замкомандующего сказал выводить людей при бригаде 205-й. Он говорит, типа, нихера, я хочу месяц закрыть. Типа, 25-го я зашел, 25-го, типа, и выйду. Тут люди начали ругаться. Что, хотят выйти? Все хотят домой, да. Ну, а что, жрать нечего, ничего нету. Ну, понятно все. Тут идет мова, то, что увольняют только сержантский состав и рядовой. Ну, солдат, короче. Ничего не сказали это, когда это пиздоблядовался закончится? Нет, ничего не говорят, потому что я чувствую это дело еще на пару месяцев как минимум. Блять. Твои все живые? Все целое у тебя? Нет. Сколько у тебя единиц потерял? Две живых. Понятненько. Ну, я говорю, аккуратно. Смотри, там идут переговоры. Но я так понял, что переговоры ради переговоров. Короче, растянется это все еще говно.